Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В студии Адель Шамилова. И сейчас я расскажу, что приготовила для вас новостная команда лучшего студенческого телеканала. Диссернет официально принес свои извинения перед Казанским университетом, кто реализует научно-техническое развитие нашей страны в ближайшем будущем. Для чего КФУ познакомил детей с веб-дипломатией. В январе этого года вольное сетевое сообщество «Диссернет» обвинило диссертационный совет Казанского федерального университета в плагиате. После выявления технической ошибки «Диссернет» официально принес свои извинения. «Мы приносим извинения казанским историкам», сообщает вольное сетевое сообщество «Диссернет». Данное сообщение было опубликовано на официальном сайте ресурса. Сетевое сообщество «Диссернет» извинился перед Казанским федеральным университетом за то, что обвинил его в фальшивых диссертациях. В январе это сообщество составило рейтинг вузов, в которых чаще всего используют плагиат. На первом месте оказался Уральский государственный аграрный университет, а КФУ занял 9-ю строчку рейтинга. Составители рейтинга обнаружили 22 диссертации по теме исторические науки с плагиатом. В своем сообщении Диссернет также уточнил, что к настоящему моменту недоразумение исправлено. В следующих наших выпусках мы расскажем более подробную информацию. Анна Глазунова, Универньюз. Казанский федеральный начал сотрудничество с Югорским университетом. Чем привлек внимание коллег КФУ на этот раз, мы расскажем вам прямо сейчас. 12 февраля Казанский федеральный посетили представители одного из самых молодых государственных вузов России. Целью визита Югорского университета является организация обменов между вузами во всех сферах академической деятельности, а также между соответствующими факультетами, институтами и подразделениями, которые смогут установить деловые отношения в рамках сотрудничества. И делегатам действительно было, что обсудить с представителями Казанского федерального. Приветствую гостей вуза, проректор по образовательной деятельности КФУ обратил внимание присутствующих на динамичное развитие Казанского университета, который из года в год заметно набирает обороты. Это этап динамичного развития, когда после организации в 1804 году Казанского университета до 17 года, до известных вам событий, шло достаточно такое поступательное и достаточно быстрое развитие Казанского университета, когда были сделаны множество открытий. И даже в то время Казанский университет очень сильно работал на всю Россию. Достаточно сказать, что по идее Казанский университет был организован, он должен был служить мостиком между культурой Запада и Востока. Заслушав ознакомительные доклады о Казанском федеральном и Югорском государственном, стороны обсудили детали сотрудничества. Одной из первых тем стали нефтегазовое дело и природопользование. Успешные результаты университетских ученых в данных направлениях известны не только в пределах Татарстана, но и по всей стране. Отмечая тот факт, что Югорский университет тоже активно развивает нефтегазовое направление, глава данного вуза отметила богатый опыт работы с нефтью у исследователей из Казанского университета. Добычи нефти от Камасийскому округу, но она отстает по сравнению с динамикой нефтедобычи в Татарстане и даже в Башкирии. Поэтому и губернатор Камасийского округа Наталья Владимировна Комарова отметила эту тенденцию, но и полпред у нас присутствовал в Уральском федеральном округе. То есть достаточно тщательно анализируются приоритеты как для самого округа, так и тех, кто должен с тем округ должен выстроить партнерские отношения для того, чтобы какие-то решения адаптировать. Адель Шамилова, Роман Самарин, Линар Давлетьяров, Универньюз. Молодые ученые Приволжского округа встретились в Казанском федеральном университете. Как новое поколение специалистов реализует научно-техническое развитие России, вы узнаете прямо сейчас. 12 февраля в Казанском федеральном университете состоялось совещание председателей советов молодых ученых Приволжского федерального округа. Совещание организовано Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Главной темой встречи стала стратегия научно-технического развития России. Это та работа, проводить которую необходимо совместно. Встреча она станет реальной такой трибуной, такой рабочей площадкой, где вы выскажете свои мнения и скажете самое главное о том, как вам взаимодействовать. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев заявил, что объединение ученых позволит получить наилучшие результаты. Можно в течение нескольких недель построить лучший в мире университет, в мире. Нужно просто создать сеть, нужно найти лучшего профессора в этой области, профессора соединить их в сеть, виртуально, да и получится некий виртуальный университет, но он будет лучше, потому что все направления будут стать лучшими профессорами, учеными в этом направлении. Молодые ученые с их энтузиазмом и желанием новых достижений способны не только значительно ускорить развитие государства, но и открыть новые направления для деятельности. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз. Казанский федеральный университет делает из школьников-абитуриентов уже не первый год. С января свою деятельность начала межрегиональная предметная олимпиада, о работе которой расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет уже более 10 лет активно привлекает школьную молодежь в станы абитуриентов. Межрегиональная предметная олимпиада КФУ в этом году работает уже почти месяц. Организаторы отмечают возрастающий интерес к олимпиаде, а связано это с высокими наградами для будущих студентов. Межрегиональные предметные олимпиады мы проводим вот уже больше десятка лет, и с каждым годом они пользуются все большей популярностью, особенно в этом году очень большой наплыв участников, и это не случайно, потому что в этом году по решению приемной комиссии победители получают при поступлении в Казанский федеральный университет 5 баллов к результатам ЕГЭ, призеры получают 3 балла. Департамент образования Казанского федерального университета отметил, что 2018 год стал особенным для межрегиональной олимпиады. К уже ранее существующим предметам добавились новые, теперь почти все институты университета задействованы в образовании школьников. Мы проводим олимпиады по 20 предметам. В этом году впервые вошли экономика, политология, право, астрономия, экология, педагогика. Вот 6 предметов у нас новых. 12 февраля прошла олимпиада по химии. Для участников это возможность заработать дополнительные баллы для поступления в Химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета. Приятно отметить, что студенты, которые в прошлом году участвовали в этой олимпиаде, уже учатся в стенах альма-матер. Во-первых, я хорошо сдала экзамены, сумма моих баллов была 265, но к тому же мне помогли льготы, которые дает межрегиональная олимпиада, и так я поступила на бюджет с суммой баллов при зачислении 305. Химией я увлеклась 8 класса и сразу же втянулась в олимпиадное движение. Вообще, олимпиадные задачи очень интересно решать, они затягивают, поэтому участие в олимпиадах – это очень приятный для меня опыт. И я рада, что благодаря олимпиадам можно совместить приятное с полезным и получить какие-то льготы при поступлении. Традиционно олимпиада проходит в 2 этапа. В этом году в интернет-туре приняли участие 26 тысяч школьников, а до очного тура дошли 5 тысяч. Ну а сколько людей будут участвовать в следующей олимпиаде, узнаем только через год. Олег Кашин, Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Детский университет КФУ познакомил слушателей с веб-дипломатией. Лекция состоялась 11 февраля в малом зале Уникса. Как это было, смотри в следующем сюжете. 11 февраля в малом зале концертно-спортивного комплекса КФУ «Уникс» состоялась лекция на тему «Питер-дипломатия». Организатором мероприятия выступил Детский университет Казанского федерального университета. Детям политику объяснить гораздо легче, потому что они находятся уже в цифровом поколении, в отличие от людей более старшего возраста, которым очень сложно сориентироваться для того, чтобы дать оценку таким явлениям, таким социальным сетям, как Твиттер и Фейсбук. Дипломатия в России активизировалась, резюмировал руководитель Детского университета. Начала активнее использовать возможности социальных сетей и интернета в целом в решении важных задач. В этой связи такое направление, как стратегические коммуникации и веб-дипломатия, особо актуально и интересно подрастающему поколению. Ну, фейк – это ложь и так далее. А вот настоящее лучше проверить способом, который нам предлагали. Я ищу много фейковых аккаунтов. Вот, допустим, когда заходишь в Play Market в Google Play, скачиваешь игру, можно увидеть, что сколько процентов ее скачиваний, допустим, 1 миллион. И этот миллион могут быть просто фейковые аккаунты, созданные самим создателем этой игры, и он на них всех закачал данную игру. И все. После лекции по дипломатии ребята узнали ответ на вопрос, о чем поет шаманский бубен. С лекцией на эту тему выступила старший хранитель фондов этнографического музея КФУ Ксения Хуснудинова. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюз. На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всем первыми.